Полосатое веселье. Во Владивостоке отпраздновали День тигра. Из-за эпидемической обстановки пришлось отменить традиционное шествие. Однако с полудня на спортивной набережной уже играла музыка и выступали танцевальные и вокальные коллективы. Возле моря организовали локальные площадки, посвященные рыжему любимцу. Гости фестиваля приходили в тематических костюмах, учились оригами и раскрашиванию сумок. Также примеряли на себя аквагрим и отправляли открытки с изображением царя тайги в разные уголки России. Особенно смышленные приняли участие в викторине о тигре, где получили призы за правильные ответы. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел тигр погулять. Заберите его, забыли. Раз, два, три, четыре, пять. Он по улице идет, никому не пристает. Попутно на сцене амфитеатра прошло награждение победителей конкурса чтецов «Береги природу», рисунка хозяина уссурийской тайги и фотоконкурса «Покажи тигра». К слову, утром этого же дня в международном аэропорту Владивостока состоялась праздничная акция. Перед гостями в зале аэровокзала выступили участники танцевального флешмоба и юные спортсмены-каратисты. Также пассажирам вручили сувениры на память с изображением хищной кошки. Напомним, День тигра в Приморье – экологический праздник. Его отмечают в последнее воскресенье сентября с 2000 года. Основной целью мероприятия является привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра. Кирилл Самойлов, Степан Шамрай, Новости на Восьмом.